Вы можете рассказать какой-то такой маленький, коротенький Ну, анекдот? маленький, коротенький. Хорошо. Я не знаю, вы не будете снимать там Мы в зале? будем снимать, но только фрагментально. Ну, я расскажу просто свой любимый анекдот. Значит, это анекдот. Наверное, его можно было бы услышать и там. Ну, хорошо, я расскажу его здесь. Значит, анекдот об экономической ситуации у нас на Украине. Он несколько печальный, но, на мой взгляд, очень точный. Значит, пошел мужик на охоту, поймал на охоте зайца. Этого зайца приносит домой, говорит жене: «Гала, а ну зажарь мне зайца, Гала». Она говорит: «Степан, масла нема». Он говорит: «На постном постного нема, на сале сала нема, на смальце смальца нема, ну так зажарь, газа нема». Он этого зайца в окно выбросил, заяц вылетел, расправил уши, говорит: «Слава Украине». Ну, такой вот, скажем, печальный, но тем не менее острый. Дамы и господа, мадам и месье, men and women, workers and peasants, citizens and inhabitants of славного города Липецка. Слово нескольких джентльменов приветствует всех присутствующих, а также передает большой привет всем жителям России от жителей Украины, тем более, что больше оттуда сегодня передать нечего. Разруха ты, разруха, несчастная страна. Никто нам не поможет, Америка одна. Принять мы помощь рады, любую от нее. Чужого нам не надо, отдайте нам свое. Вопрос, почему бутерброд падает маслом вниз? Из-за... Все проблемы. А просто его не с той стороны намазали. Так. Внимание. Вот. Значит, такой вечный вопрос. Значит, главное же найти, к кому обратиться, и человек понял, что здесь он найдет ответ на него. Сейчас мы узнаем вместе с ним, что такое любовь, спрашивает этот человек. Без подписи записка, без подписи. Кстати, я забыл сказать 30 секунд. Говорю, 30 секунд. Время пошло. Нет, подождите, подождите. Вот сейчас пошло. Да, идет время. Повторите вопрос, пожалуйста. Что такое любовь? Повторяю вопрос. Это то, что нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждет. Оптимистические. Оптимистические. Значит. Взяв колечко золотое, любимый ЗАГС пришли. Сейчас кольцо колбаски стоит, сколько раньше Жигули. Подожди, ну мы с вами договорились. Ведь только о том, что нас сегодня в жизни радует. Извините, у меня вырвалось. Ну хорошо, давайте попробуем еще раз на ту же тему. Ну, в смысле взаимоотношений мужчины и женщины. О, это я люблю. Что, эту тему любите? Нет, эти взаимоотношения. А, ну давайте. Что я с милой делал в бане, рассказать могу не все. А, я понял, это ж с нами всеми сделал МММ. Минуточку, знаешь что, давайте сделаем так, чтобы было уж совсем наверняка. Давайте я теперь буду петь не две первые строчки, а три. А вам останется всего-навсего одна малюсенькая строчка. Вам останется. Мне одна. Да, вам одна маленькая. Кайф. Давайте. Веселится весь народ, наконец-то дожил. Песню больше уж не пьет,
меньше тоже. Вот в чем дело. Это у меня что-то с микрофоном. Да? Ну что ж, давайте поменяемся. Это другое дело. Слава Богу. Знаете, я сейчас подумал, что самое приятное дело, наверное, все-таки люди. Да. Вот представьте себе, море, голубое небо, пойди, луг с голубыми васильками, поняли? А, с голубыми, понял. Васильков нарвал я вилки на лужок присельную. Глянь, а там лежат в обнимку Пенкин с Моисеевым. Заседание окончено, заседание продолжается.